В Молодечне состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по пляжному волейболу. Состязались юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Сразу три пары из нашего региона взошли на пьедестал. В соревнованиях девушек победу праздновал жлобинский дуэт Абраменко-Тишкова. Серебро у другой пары из города Металлургов – Гром Сергиенко. У юношей на пьедестал поднялись воспитанники гомельской «Дюшор-Энергия». Тандем Белоусов-Ковалев взял серебро.